По городским лесам у нас планово проходила работа по регистрации права муниципальной собственности на городские леса. В настоящее время, в 2020 году, мы создали лесничество, которое называется «Городские леса города Барнаула». Приказ Россельхоза уже подписан. Соответственно, работу мы проводим по охране и защите воспроизводства лесов путем объявления аукциона на охранные и природоохранные мероприятия. И хотелось бы отметить, что в перспективе у нас в 2021 году запланировано создание концепции «Барнаул – зеленый город». Мы планово подходили к этому вопросу, и у нас проблемы в озеленении, как я думаю, во всех городах Российской Федерации есть. При плановости посадки, при выборе материала посадочного на каждой территории. И в настоящее время мы объявили аукцион для создания этой концепции в городе Барнауле. По марте месяце завершается прием заявок. В результате мы, надеюсь, к концу года будем владеть концепцией, которая все проблемные вопросы снимет.